Всех приветствую на канале Компьютерная Академия. В сегодняшнем видео мы разберемся с интересной железякой Huawei Honor 7C. Дисплей 18:9 и двойная камера. В марте 2018 года компания Huawei представила в Китае новый доступный смартфон под суббрендом Honor. А спустя два месяца, в мае, новинка под названием Honor 7C дебютировала в России. Это бюджетный смартфон, который получил безрамочный дисплей с модным соотношением сторон и двойную основную камеру. В России продажи Huawei Honor 7C стартовали 24 мая. Здесь его рекомендованная розничная стоимость составляет 10 990 рублей за модель с 3 гигабайтами оперативной и 32 гигабайтами встроенной памяти. Ну а теперь подробно разберемся с характеристиками Huawei Honor 7C. Сети. Поддерживает все сети GSM и 4 LTE без проблем. Доступен в продаже с мая 2018 года. Итак, корпус. Габариты. 158,3 на 76,7 и на 7,8 мм. Довольно-таки тоненький. Масса гаджета 164 грамма. Материал – пластиковый корпус, стеклянная фронтальная панель. Цвета – черный, синий и красный. Симочки – две симочки держит, нано-сим, без проблем. Дисплей – IPS LCD, мультитач – 16 миллионов цветов. Якобы больше может быть, это интересно. Размер – 5,99 дюйма, это 76,3 от общей площади фронтальной поверхности. Разрешение экрана 1440 на 720 пикселей. Соотношение сторон 18 на 9. Плотность точек 269 ppi. Платформа. Процессор. Операционная система вообще-то. Android 8.0 Oreo и оболочка EMUI 8.0. Процессор. Достойный Qualcomm Snapdragon 450. Для такого аппарата совершенно нормально. Это у нас 8 ядер Cortex A53 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Графическое ядро Adreno 506. Память. Имеется слот для карты памяти microSD до 256 ГБ. Это отдельный слот, это хорошо. Внутренняя память 3 или 4 ГБ оперативной и 32 ГБ или 64 ГБ встроенной. Идем дальше. Камера. Основная камера двойная, 13 мегапикселей плюс 2 мегапикселей. Объектив f на 2,2. Фазовый автофокус, светодиодная вспышка. Что у нас там, особенности какие? Обнаружение лица имеется, ну это стандартная вещь. Панорама и HDR, ведь съемки довольно полезная штука. Видео снимает данный аппарат 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. Это вполне средне-нормальная составляющая. Фронтальная камера 8 мегапикселей, объектив f на 2 и светодиодная вспышка. Это неплохо. Звук. Применяется разъем 3,5 мм для наушников и имеется система активного шумоподавления с выделенным микрофоном. Коммуникации. Wi-Fi, BGN стандартный вариант, Wi-Fi Direct, Hotspot, без проблем. Bluetooth 4.2, это неплохо. GPS, GLONASS, BDS по умолчанию. Также имеется FM-радио на борту и разъем microUSB 2.0. Нормально, пойдет. Особенности. Какие у них особенности? Акселерометр, датчик близости, компас имеется и так далее. Аккумуляторная батарея на борту несъемная, литий-полимерная, 3000 мАч. Цена в России 10 990 рублей. Интересный аппарат, можно посмотреть. Итак, в конце нашего видео подведем общую черту. Huawei Honor 7C – довольно интересный смартфон в своем ценовом сегменте. К его плюсам можно отнести широкоформатный дисплей, двойную основную камеру и 14-нанометровый 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 450. Также далеко не каждый бюджетный смартфон может похвастаться наличием поддержки NFC, открывающей доступ к бесконтактным платежам. Также радует и наличие 3,5-миллиметрового разъема для наушников.
Кому-то понравится и то, что помимо привычной аутентификации пользователей по отпечатку пальцев, Huawei предлагает владельцам Honor 7C функцию распознавания лица. И довольно-таки актуально и модно. Ну и о минусе. Раскритиковать новый смартфон можно за отсутствие порта USB Type-C и корпуса из поликарбонатного пластика, а не металла, как можно было ожидать. Также относительно небольшую емкость аккумулятора Huawei компенсируют технологии энергосбережения пятого поколения, что вкупе, если верить производителю, обеспечит смартфону целый день работы без подзарядки. Так что обращаю ваше внимание, очень интересная и подающая надежды железяка в виде нового смартфона Huawei Honor 7C. Это канал Компьютерная Академия и наш партнер сайт mobcompany.info, сайт о смартфонах и их производителях. Я думаю, данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. С нами будет очень интересно.